Я еще один стишок зачитаю. Имеющий некоторое отношение к тому, что наш дорогой любимый Юрий Михайлович Лужков принял решение развесить портреты Сталина в День Победы, кстати. Но не впрямую, но все-таки. С желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, половодье выносило кости, кисти рук, ключицы, черепа, на свободу их из заключения выносила нудная вода. Мы стояли ниже по течению на реке Сухарихи. Тогда запах тления, приторный сладкий, вниз распространялся по реке. Утру проснешься, у палатки скалит череп, зубы на песке. В лагерях, на быстрых этих реках, где срока не меньше десяти, по весне расстреливали зэков, чтобы летом новых завести. Мы со спиртом поднимали кружки, поминая этих доходяг. С той поры мне объяснять не нужно, что такое сталинский.